Привет. Опять решили с ночевкой переночевать. Приехали на наше место, искали друзей. Это понравилось. Вот это. У нас отходы. Можно в твоем работе рыбачить. Кому не мешать. Так что, готово. Все так же матрас, спальник, подушка и сверху еще одно одеяло. У второго места спальника одеялка, подушки. Переночуем. Опять будем спать в багажнике. Ну зато так удобно. Для всего роста хватает. Самое главное это вот такое приобретение. Топор. Шучу. Вот такой умывальничек у нас появился. Заливаешь воду, руки моешь, все хорошо, удобно. Видишь? Истинный рыбак. Щука коцает. Видишь, красные пятна? Щука коцает помаленечку ее, гоняет. Сейчас у щуки нерест идет. Честно, это самое классное в рыбалке, это когда процесс готовки, когда ушица кипит. Но мы еще будем жарить карасиков, будем жарить баклажаны и кабачки взяли с собой на огне. Здорово же. Красота. Вот. Самое ништяк и мешать, и все. Ну. Теперь мы подготовлены. Вот какой половничек прям. Ух. Знаем, что надо взять. Темнеет быстро. Сейчас будем готовить. Темнеет быстро на рыбалке. Сейчас все разгорится нормально. Вот она наша ушица, там плавают карасики, настоящие, почищенные. Осталось чесночка и рюмочку водки мы решили добавить. О, ну-ка покажи рыбку. Навар пошел. Вот она, карасики на природе. О. Ну,
Наварчик пошел, все. Запах пошел. Чеснок. Давай рюмочку. Ну вот. За рыбалку. Кушали ухи, сейчас будем жарить карасиков. Такую сковородку надо было дома отмыть хорошо. Ну, здесь сейчас отмыли. Тоже отмыли. Подойдет для рыбацкой ухи, точнее для карасиков. Как обычно с рыбалки приезжаешь, хочется все помыть, все сделать. Вроде уже не собираешься, год прошел. Потом раз, собрался махом. Ле-ле-ле, еще. Хватит? Еще чуть-чуть. Ну, пошли все. Здесь. Еще? Все, хорош. Угу. А над гусором будешь ложить, да? Поехали. Фонарик сдох. Все, мы сварили уху, сготовили нашарили рыбки. И вот так мы нажарили.
какая отвратительная рожа.